Надо же так, вот сегодня мне раздается звонок один, тоже вот от одного известного вертолетчика, он говорит, ну ты же прилетишь на юбилей в Сызрань. В этом году 80 лет прославленному Сызранскому высшему военному авиационному училищу летчиков. 22 мая, да, надеюсь, соберемся. И, собственно, ну, продолжая эту тему, вот, да, эта песня, которую все знаете. Ну, кстати, премьера состоялась именно там, на 70-летие, 10 лет назад. Там была какая-то такая концертная программа местных артистов и так далее. А я работал от телевидения, но я без гитары не езжу. И там был Царство Небесное Виталий Егорович Павлов. А он уже эту песню услышал. Там, мы с ним сидели, там, скажем так, в приватной обстановке. Он, ну, а ты же ее споешь тут. Я говорю, Виталий Егорович, я в концерте не запланирован. Тут есть музыканты, артисты и так далее. Ну, в общем, в итоге Виталий Егорович выпихнул меня на сцену, убедив всех, что это надо. И тогда вот эта песня до первого раза прозвучала. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотых, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе, я Ми-8. Я вернулся. Кто скомандовал мне вольно, нахватал я пулю довольно. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, правака хоть не убили, но зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, стянулся. К борту мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8.
Спасибо.